Ребята, всем привет! Вы на канале PopFun Машинки. Да, продолжаем играть в игру Hot Wheels Race Off. Сегодня у нас будет 18-я трасса, а возможно и 19-я, и 20-я. Это все зависит от того, насколько быстро и точно мы сможем проехать 18-ю трассу. Так, вот эту бы открыть было бы прикольно, конечно, но для того, чтобы открыть, нам нужно прокачать вот эту чандру. Так, ладно, поехали копить жетончики. Жетончики, там 2500 жетонов, по-моему, нужно накопить, чтобы открыть нам. Ой, а чтобы качнуть хотя бы на одно деление. Ой-ой-ой-ой, уже было взять улучшение наше следующее. Так, ребята, тихо, спускаемся, спокойненько спускаемся. Это что там зацепился? Так, вот тут он чудит, ребята. Вот дурачок, что он натворил, у него колеса нафиг. Смотрите, что он натворил. Вот куда он торопится? А, куда торопится? Вот теперь он этот развалился на маленькие машиночки Hot Wheels. Представляете? Все. От него остались только мелкие машинки. Ну и пускай там валяется. Дурачело. А мы едем спокойненько. Не суетимся. Сейчас спокойненько проедем. Все будет нормально. Так, едем. Баланс, тихо. Вот здесь не суетиться. Блин, ребята, ну топливо заканчивается. Что делать-то? Здесь нужно как-то мчаться быстрее. О, кокро, смотрите-ка. Подъемчик, ребята, вот здесь подстава. Нет подставы. Хорошо, это хорошо, что нет подставы. Так, тихо. Опа. Мертвая петля. И еще подбросила нас. Вот это да. Так. Едем. Так, здесь мы не заедем. Так что давайте-ка назад по-быстрому. А где заправочку бы нам взять? Тихо. Вот здесь, блин, сейчас проеду ведь заправочку, ребята. Вон там заправочка, я знаю. Я знаю, там заправочка есть. Опа, вот она, заправочка. Тихо. Ой. Ей заправочку взял. Тихо, теперь надо ехать дальше. Пока все получается, пока все едем. Спокойненько. Без суеты, ребята, без суеты. Финиш? Да, финиш. Не может быть. Я крутой. Он крутой, но приехал третьим. Нифига не крутой. Ладно. Так, 19-я трасса. Бог с ними, с этими звездами. Так, еще 3 звезды нужно как-то где-то набрать, ребята. 19-я трасса у нас будет, наверное, сложнее. Ну что, давайте проверим. Так, 920 этих жетончиков у нас есть. Открой сундук, выполнив трюки. Трюки, нужно выполнять трюки. Подарок готов, ребята, что-то я вообще не открываю. Ну-ка. Что за подарок? 125 кристалликов, окей. Еще готов подарок. Эй, все, хорош. Продолжить. Так, ребята, нормально. Поехали. Что там вообще у нас творится-то? Так, 19-я гоночка. Трасса. Ух ты, вот это нас кидануло с чувачком-то. Ой. О, я жетончики пропустил. Дай бог с ними, главное проехать эту трассу. Главное проехать. Ох ты ж, ёшкин матрёшкин-то. Вот, тя-тя-тя-тя, взял заправочку. Я красавчик. Так, жетончики подбираем, да. Давайте, дайте мне разгончик. Опа, молодцы, спасибо. Ой, тут. У нас тут неровная дорога, неровные треки, не-не-не-не. Есть, я заехал. Блин, ребята, вот здесь, конечно, жесть. Бам! Сейчас она упадет, нифига себе, подлетел. Тихо, ребят, давай быстрее, пока не поднялась обратно. Так, красавчик, проехал. А где топливо взять? А нигде не надо, я уже на финише. О, вообще красавчик, ребята, за 50, за 47 секунд кто-то там проехал. Офигеть. Ну так нечестно. Так нечестно, ребята, мы должны здесь по-любому 2 звезды урвать как-то. Должны просто. Так что давайте смело рвемся вперед, просто не обращая внимания ни на какие препятствия. Ой, что я натворил? Что же я натворил-то?
Так, поехали. Dragon Blaster. Он на драконе едет, ребята. У него последняя машинка этой локации. Представляете? У него последняя машинка этой локации. Он нечестно делает. Давай, давай, давай. Опа! Я заехал. Блин, нет, не заехал. Ребят, ну на этот раз я еще хуже проехал, получается. В тот раз... Ой, заправочка. Ну как так-то? Блин. Придется назад ехать. Так, все, это фейл. Так, мы не сможем проехать, начать снова. Мы не сможем рекордник поставить. Нам нужно как-то две звезды заработать, ребята. Нифига у него дракон просто кошмарит там все подряд. Опа! Смотрите-ка, не отстает чертенок, не отстает. Давай. Ух ты, я залетел, а ты нет. Кто лошара? Ха-ха-ха, дракончик лошара, конечно, не я же. Так, ребята, что-то я перепрыгнул разгончик. Так, ладно. Все, мчимся, просто не обращаем внимания, ни на что не обращаем внимания. Давай, заехал, красавчик. Вот здесь, блин, вот эта вот штука. Бам! Нет. Ой-ой-ой-ой. Ребята, тихо-тихо, я первый доеду. Я первый, ребята, блин, ну, две звезды хотя бы. Две звезды. Так, а как он проехал? 47 секунд он сделал просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подождите, надо карту... Ой-ой-ой, не то. Нам нужно выбрать 19-ю трассу. Ребята, одну звезду. Приехать нужно третьим, и все будет нормально. Ребята, 195 метров кто-то у нас тут третье место занял. 400 метров почти. Ладно, поехали. Так, надеюсь, мы откроем новую локацию. Давай. Она, вот эта машинка просто рвется встать на передние колеса, на задние колеса. Это что, трасса опять та же, что ли? Я не понимаю. А? Это что, опять что-то та же самая трасса? Тихо, спокойно, там заправочка у нас, нельзя ее перепрыгивать. Проскакивать нельзя, проскакивать ни в коем случае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, чувачок, давай, финтик, обязательный маневр. О, вот это класс, вот это здорово, я люблю такие штучки делать, вытворять. Опа, тихо. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты такое творишь-то? Так, стопи. Ребята, там у нас канистра с бензином, с топливом стоит. Я не знаю, на чем ездит эта машинка. Либо бензин, либо дизельное топливо. Да, солярка. Скорее всего, бензин. Какой-нибудь 98-й. Так, тихо. Блин, ну надо мчаться, чтобы взять первое место, ребят, нам нужно... Ой-о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 й, надо было сделать свой фирменный трюк. Теперь я точно первое место не займу. Как мне камень-то проехать? А? Все, топлива нет. Ладно, повторим тогда. В принципе, две звезды. Блин, ну хотелось бы, конечно, доехать, не до финиша. Так, открываются у нас новые тачки. Режим у нас новой локации. Город какой-то. Мощные машиночки продолжить. Давайте перейдем. Ого, вот эта тачка. Необычная. Необычная тачанра, ребята. Блин, ну прокачать ее не могу. Так, ну кристаллики какие-то там есть, конечно. Так, 90. А давайте сколько можно хотя бы прокачаем сейчас. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим. Так, скорость. Хваточку бы нам. Так, и... Прочность. Что за прочность? Не знаю. Давайте берем наклон. И поехали, нам на 20 кристалликов не хватает, чтобы точнуть еще прочность до 4 уровня. Ай, бог с ним, ладно, поехали, смотрим. Так, 0.3. О, вот это нас подкинуло. Блин. А что на жетончике, не вариант? Ух ты! Так, ребята, вообще непослушная машинка. О, вот здесь уже повеселее начинается, ребята, режимчики у нас повеселее. Наконец-то всякие трубы
О, нет. Надо было еще один финтик сделать. Блин, ну что-то профукал. Так, 1.5 минуты там кто-то рекордик поставил. Давай, че. Блин, блин, блин. Все-таки встал на дыбы. Ой, нормально встал. На колеса сел. Ч-ч-ч-ч. Вот здесь спокойненько просто едем. Здесь трубы, газки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Да что ж такое-то? Перевернулся. Ну, 3-е место, 1 звезда. А нам нужно хотя бы 2 звезды набрать, ребята. На самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, стандартная ситуация. Мы уже такие трюки делали. Так, здесь подбираем монеточки. Финтики. У нас постоянно какие-то финтики. Шпунтики. Бантики. Опа, вот это подкид. Вот это по-сельский подгон. Нет, не-не-не-не-не. Да черт. Коснись, чтобы открыть. Так, мы трюки выполнили, но 1000. Тысяча. Так, улучшай. Так, нам бы, чтобы нам улучшить, ребята. Как вы думаете, скорость? Давайте скорость, чтобы ехал быстрее. Требуется еще 30. Вы что, издеваетесь? А как? Че, у меня же нету монеты. Че, вы издеваетесь, что ли, блин? Да позже, ё-моё. Типа они мне дали какие-то штучки, а их нету в итоге. Вот просят. Ладно, давайте вот эту тогда. Ладно, пробуем. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не смог. Представляете, вот это, да, вот это фейлик. Ладно, хорошо. Еще разок. Оп. Блин, да что ж ты такое тут делаешь, ребята? У нас... Я улучшил... Что там я улучшил-то? Прочность улучшил. И машинка у нас не переворачивается как надо. Представляете? Так, ладно. Хорошо, тогда мы спокойненько, размеренно. Ребята, главное нам доехать до финиша. Ладно, пофиг на эти финтики, шпунтики. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Здесь начинается труба, сейчас как подкинет. Опа. Есть, красавчик. Вот здесь гора какая-то серьезная. Нет, не очень серьезная. На которой мы должны заехать. Заехали. У него золотая машина какая-то. Просто чумовая турбированная, что ли, ребята. Что он делает? Нет. Ну как так? Зачем ты перевернулся-то и разбился? Так, ладно. Срочно нам нужно качать как-то машиночку, ребята. Придется... Что-то делать, что-то творить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот этот перелетик был. Давай. Заехал, красавчик. Я верил в тебя, и ты это сделал. Давай, там у нас эта заправочка. Оп. Есть. Вот здесь в тот раз я перевернулся. А на этот раз нормально проехал. Так. Ну, 2 звезды мы, наверное, на этот раз заработаем. 2 звезды заработаем. Так, чувачок, ты куда поехал? Ой, вот это... Это что за спуск такой? Подъемник, ребята, какой-то стрёмный. Ух ты. Давай. Ой-ой-ой, машинка у нас чумовая какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Вот это под... Ребята, сейчас топливо возьмем. Не-не, ждем, ребята, ждем. Сейчас топливо у нас тут впереди, я вижу. Давай. Необычная трасса. Вообще прикольная. Давай, ну подбирай. Ребята, как так? Он не смог взять. Это что за беспредел? Обратно поехал. Сейчас я его свалюсь куда-то вниз, похоже, да? Не смог взять. О-о-о, все это трубец. Бам! Все, мелкие машиночки от моей огромной машинки только остались. Так, ну чё, ладно, пока на этом тормознем тогда. Вот такая у нас 21-я трасса. Новые машиночки открылись, так что, ребят, давайте подписывайтесь на канал, будем проходить эту игру дальше. Прикольная, веселенькая. Тут вообще зверюги потом идут дальше, вот это прикольно будет, да.
Ладно, делитесь этим видео обязательно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Кто не подпишется, тот ленивая жопа. Всем пока, до новых встреч, пока-пока.